Образование в известных во всем мире университетах – Оксфорде, МГИМО и Латронше – может стать доступным студентам БГУИР. Белорусскому вузу предложили присоединиться к популярному тренду, когда обучение выходит за рамки одной страны. Новый для Беларуси образовательный проект – инициатива Центральноевропейского университета. Коллеги из Словакии приехали в БГУИР специально, чтобы на стороне передового обучения оказался еще один вуз. Они предлагают сотрудничество, в основу которого ляжет создание у нас в университетах, наших белорусских университетах, технических условий для дистанционного обучения в этом университете, вернее, в этом холдинге университетов, через дистанционную форму. Например, вы учите английский в Оксфорде, а экономику в МГИМО. Европейский университет предлагает обучение пока только по гуманитарным дисциплинам. Можно также получить дополнительную специальность, а соответственно и диплом международного образца. Обучение за рубежом поможет повысить свою конкурентоспособность на рынке труда. Далее они предлагают создавать совместные программы, то есть совместно формировать программы какой-то специальности и, опять же, обучается у нас по очной форме, так, в этом холдинге университетов по дистанционной форме и получает двойной диплом. Выбрать наставника и университет студенты смогут самостоятельно. Стоимость обучения в среднем около 2000 евро в год. В программе уже участвуют вузы Великобритании, Франции, России, Литвы, Италии и Словакии. Я была студент и хотела ходить на университет, за которую мне нужно заплатить. Я бы хотела профессора, которого я могу выбирать, который мне ничего дает до жизни, который знакомый по целому миру. Предложение Европейского университета уже называют прорывом в белорусском образовании. А это значит, у ребят, которые хотят поступить в БГУИР, появятся новые возможности для самореализации. Это очень здорово, что нас могут обучать преподаватели из иностранных вузов, что мы можем получать образование и в БГУИР, и дистанционно в иностранном вузе одновременно. Я считаю, что это очень хорошая возможность для белорусских студентов. Для БГУИР это не первый опыт сотрудничества с зарубежными вузами. Филиал университета уже открыт в Чикаго, в будущем он также появится в Бангладеш. А сотрудничество с Центральноевропейским университетом для БГУИР – это возможность сказать свое слово в международной образовательной сети. Алена Соколовская, Элизабет Чеча, Дмитрий Вадиховский, Максим Максак. Молодежное телевидение БГУИР.